Девочку вот сюда давай. Енот пускай там будет. Сказочный мир руками школьников. Глиняная девочка, енот и еще десяток персонажей поселились на лужайке 6-го лицея. Рассаживают их по местам сами школьники. Для 12-летнего Кирилла Наконечного это занятие несложное. Копать лунки научился в деревне, когда помогал бабушке сажать картошку. На практику нехотя идет по другой причине. Мне нравится то, что просыпаемся очень рано. Ну а так интересно вскопать что-нибудь, учимся. Как правильно вырывать сорняки, например, с корнем. Как правильно там садить что-нибудь. Вырывать сорняки, кстати, доверяют в основном ребятам постарше. Семиклассница Альбина Богданова вспоминает, когда была в 5-м, на практику пускали только книги в библиотеке штамповать. Теперь разрешили за центральной клумбой ухаживать. Увлекшись процессом, Альбина и про обед может забыть. Мне очень нравится пропалывать сорняки, потому что они мешают вырасти цветам, а я очень люблю цветы. Они тоже живые, они очень красивые. Вообще, мне кажется, нужно ухаживать за растениями, потому что они сами о себе не всегда могут позаботиться. Благоустраивать территорию лицея помогают все ученики средней и старшей школы. Практика у каждой группы длится 10 дней по 2-3 часа. Отлынивать без последствий не удается никому. Ну, есть те, которые злостные нарушители, но это уже классные руководители в классах придумывают, так сказать, наказания. Да, может быть, они там полы моют или убираются, как бы. Ну, то есть не остаются, вернее, те, кто, ну, так сказать, не отработал. Мы отрабатывали вообще, мы не только пололи, да, как вот сейчас дети садят, полят, поливают, мы еще и красили, поэтому сейчас мы как бы стараемся детям редко такое давать уже. Но мы красили, ничего, живы, здоровы, зато красить умею. Но главное достоинство практики – это общение в неформальной обстановке с одноклассниками и педагогами. Действенный способ найти новых друзей. Кристина Слепцова, Андрей Белый. Программа «Город».